Добрый день, сегодня у нас 29 октября, в самом разгаре у нас посевная. Это поле, здесь у нас был озимый ячмень, смесь озимых ячменей. Ну, кто был на дне поля или там смотрит канал, может быть, помните, это поле такое, вот все в склонах, в балочках у нас. Вот балка, за ней так пригорок, следующая балка, оно все тут объединяется в эту балку. То есть это все склоновое, выпаханное, здесь все, одна глина на склонах. Здесь обычно уже как бы давно никаких урожаев нет. Вот. Это поле распределили, раздали атошникам, были земли запаса, отдали атошникам. Но с урожаями здесь жах. 3 года мы его просто глифосатили, чтобы немножко прибрать сорняки. В прошлом году 2 раза высевали смесь покровных культур, чтобы как-то укрепить грунт, чтобы его не смывало. Хотя бы то, что осталось. Ну и вот где-то в этих же числах в прошлом году посеяли озимый ячмень. Ну, то, что оставалось, там с сеялки высыпали после того, как закончили какой-то сорт. Остаток высыпали. Смешали это все в кучу, все сорта, и здесь высеяли. Ну и на удивление, ну благодаря, конечно, этой погоде в этом году, осадкам, получили здесь 35 центнеров урожайность. После уборки посеяли здесь тоже, опять же, смесь покровных культур. То есть видно, что вот это у нас здесь была чечевица. Вот, это я так понимаю, не знаю уже, что это было, наверное, сорняк какой-то. Вот, лен у нас есть. Уже мало чего осталось из того, что видно. Должно быть сорго, где-то кукуруза есть, была. Подсолнечник он у нас стоит. Ну, в общем, 18 культур, наша обычная смесь. Вот, редька была до недавнего времени. Она вот еще цвела. Овес. Ну вот такое вот все. Проса. В общем, все, что было, то мы здесь сеем. Всю свою смесь. Забрызгали неделю назад глифосатом. И посеял я здесь. Принял решение посеять рожь. Для меня эта культура новая. Я никогда ее не сеял. Не знаю, что из этого получится. Ну, попробовал. Посмотрим, что выйдет, не выйдет. Как бы рожь вообще-то надо, насколько я знаю, сеять ее пораньше. Вот, чтобы она хорошо раскущена ушла в зиму, тогда она дает какие-то приличные урожаи. Ну, посеяли, вот как была, появилась возможность, так мы это и сделали. Посеяли дисковой сеялкой Case SDX. Вот семена. Лежат где-то на глубине 3 сантиметра. Вот, уже набрали влагу. Семена мы не протравливали. Посеяли в чистом, вообще без протравки, без никакой. Вот, решили все сделать экологически чистым. Посмотрим, что из этого получится. Ну, во-первых, и не было возможности как бы заниматься протравкой. Ну и уже в такие сроки, я думаю, что нашей ржи ничего не угрожает. Как-то на все это переживет. Будем смотреть, что из этого выйдет. Вот народ спрашивал, как вы будете сеять такой стеблестой. Ну вот как-то посеяли, видите, вроде как бы ничего. И заделка семян более-менее нормальная. И культуры остались стоять. Вон горчичка желтая. Ну, стручки, конечно, сформированы, но в стручках... Не, есть даже и горчица чуть-чуть есть. Немножко. То есть, в принципе, если достаточно ранняя уборка происходит, вот, то можно даже и горчицу получить, урожай. Если ранняя уборка, рано посеять. Но это все опять в теории. Надо это пока не ставишь перед собой целью получить урожай. Как только решил получить урожай, обычно получается все
через одно место, как всегда. Лен, не вижу здесь семян в коробочках. Пустые. Может быть, не вызрел, не успел. Не знаю. А нет, есть. Есть пару штучек. Пару штучек есть. Ну вот как-то так. Буду смотреть за всем за этим. Что из этого получится. Все, всем удачи. Берегите себя, своих близких. Не болейте.